А перед началом видео я рекомендую подписаться на канал Мистера Борки. На нем можете найти также город в Майнкрафте, мини-игры, летсплеи и многое другое. Так что заходи и подписывайся. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Скеритор, и это уже, вроде бы, 21 выпуск моего российского города в Майнкрафте. У меня тут возникли проблемы с Майнкрафтом, и сейчас расскажу, почему, так сказать, стал редко выходить в город. Вот, в общем-то, сейчас вам покажу одну из проблем этой версии. Оно то появляется, то исчезает, то есть, давай сейчас полетим просто вот по этому месту. Кстати, тут еще даже жилой дом. И вот, как видите, у меня тут проблемы появляются. Вот когда я лечу, то мир просто исчезает и появляется. Это глаза, конечно же, режет. Это очень больно. Я тут подумываю, может перейти на новую версию Майнкрафта, либо, я не знаю, может что-то обновить надо. Я потом посмотрю. И вот, когда я эту решу проблему, я начну снова строить город. Ну, в общем-то, так сказать, попытаюсь выпустить видео, потому что мне давно не было города. Нужно сказать, что проект еще жив. А, и насчет проектов, то у меня еще умер проект «Весенние приключения». Да, к сожалению, это, в принципе, тоже связано с проблемой Майнкрафта. О, вот, вы видели, видели? Вот, в общем-то, это тоже проблема из, ну, майнкрафтовская. В общем-то, у меня как-то клиент стал не пашить. То есть, именно не карта, а вот именно вот сборку захожу. У меня что-то ошибка с видеокартой. Я не знаю, что у меня может быть связано с видеокартой и, так сказать, клиентом Майнкрафта. Вот вначале этот Майнкрафт, то есть обычный с шейдерами. Потом, блин, клиент со сборкой. Просто немножко ужасно, да? У нас идет апрель. И еще есть одна печальная новость. То, что придется проект Чернобыль в Майнкрафте перенести на... Я не знаю, у нас должен быть выпуск выйти 26 апреля, а он выйдет позже, скорее всего, в мае. Вот, но это я обещать не могу еще. Ну вот, в общем-то, на этот выпуск я построил магазин-строитель, то есть, точнее, магазин «Рыжая отвертка», такой строительный магазин, где вы можете найти, ну, найти разные приборы, там, для, ну, гвозди, там, лампочки и все такое. То есть, я уже давно не снимал видео и начинаю забывать свои речи. В общем, тут можете найти разные строительные материалы. И давайте зайдем в этот магазин. Так, и тут у нас имеется две кассы, то есть, допустим, одна касса для маленьких товаров, а другая касса для больших товаров. Итак, тут у нас имеются книжечки в стенках, вот тут разная информация, допустим. Вот у нас такие вот ящички, где у нас там хранятся, я не знаю, что хранятся в холодильнике, какие инструменты. Ну, какие-то, допустим, специальные ящики для специальных инструментов. Вот у нас имеются разные полки, где у нас хранится, то есть, ну, что там, гвозди, лампочки, трубы и все такое. То есть небольшие предметы, не мебель, а все для строительства. Вот у нас тоже такие вот полочки, где у нас тоже хранятся разные вещи. Ну и тут у нас, в принципе, все симметрично получилось, такой вот у нас магазин получился. И этот выпуск можно было, ну, можно было сказать ни о чем, этот выпуск был чисто... чтобы вас предупредить, что с моим каналом творится. Ну ладно, надеюсь, вам все равно понравился этот выпуск, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал того парня и на меня, конечно же. Ну а с вами был Скейтор, всем удачи и всем пока!